Всем привет, с вами Арсений, магазин ToCamp и видеообзор стойки для кресла, которую многие долго ждали, вот, многие искали, и теперь она появилась у нас в продаже. Итак, будем смотреть, что же это такое, из чего состоит. В комплектацию идет 4 детали, сейчас мы быстренько ее соберем. Итак, сперва устанавливаем Итак, получилась у нас вот такая вот конструкция. Лодка у меня пока не до конца собрана, без пола. Но сейчас показываем принцип, что это такое. Дальше уже следующее видео у нас будет с креслом, со всем остальным. Ну, то есть у нас получается вот такая вот опора, основа для кресла. Ножки можно регулировать по высоте. В данном случае просто у меня лодка с диаметром баллона 41 сантиметр. Ну и сюда можно будет установить кресло поворотное этого же производителя. Здесь разбежка у нас получается 24,5 сантиметра. Я ближу. Тут у нас 24,5 сантиметра получается, и толщина, как и стандартная банка, где-то 15-16 миллиметров. Вот. Ну а здесь просто добавится потом пол, вот, который позволит потом уже настроить высоту ноги. Вот. При необходимости кресло можно будет просто откинуть в сторону, если оно вам мешает передвигаться по лодке, передвинуть удобное для вас место, подстроить под себя. Ну, вниз там можно ящики поставить, все остальное это уже кому как и что понравится. Вот такая вот у нас опора для стойка для кресла. Вот здесь у нас, скорее всего, сталь крашеная, вот заглушечки, фанера ламинированная. Этот размер у нас получается 52 сантиметра, длина 54 сантиметра, высота, ну высоту надо проверить, сейчас посмотрим. Максимальная высота у нас получается 36 сантиметров. Минимальная с фиксацией 28,5 сантиметров. Понравилась стойка для кресла, заказывайте у нас на сайте. Понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Хотите увидеть следующее видео уже с креслом, также подписывайтесь на наш канал, придет рассылочка. Рекомендую.